Саудовская Аравия официально сняла все возрастные ограничения для желающих совершить хадж в этом году. Теперь паломничество на святые земли Мекки и Медины смогут совершить верующие любого возраста, в том числе старше 65 лет. Об этом сообщает компания Marwa Tour. Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса к хаджу были допущены только полностью вакцинированные люди в возрасте от 18 до 65 лет. Есть две основные такие положительные новости для всех. Первое – это то, что сняты все возрастные ограничения, которые были установлены в период пандемии в Саудовской Аравии для паломников. И второе – то, что квота для всего мира возвращена та, которая была до пандемии. То есть теперь еще большее количество паломников смогут приезжать в Саудовскую Аравию для совершения паломничества и без ограничения какого-либо возрастного, которое было ранее.